Привет, это Саймон Филлипс из Dromeo. Я играю на двойном басовом барабане. Я впервые услышал эту песню в исполнении Билли Карбона на Спектруме, и мелодия называлась «Квадрант 4», и я был просто загипнотизирован ею. Я также не понимал, что он делает. Так что я слушал и пытался воспроизвести эту песню, а потом наконец понял, как ее играть. Я понял, что происходит. Так что позволь мне немного поиграть в обычную быструю перетасовку 4-4, хорошо? Привет! Если ты досмотрел ролик до этого момента, твоей тяге к знаниям можно позавидовать. Если ты хочешь быстро и качественно научиться играть на барабанах, тебе точно поможет мой новый курс, который только что вышел. Как минимум там не придется понимать, а что же именно имела в виду нейросетка. Успей получить доступ по специальной цене для подписчиков канала. Промокод и ссылка в описании. Так что очень важно, чтобы ты играл в тасовке на ударных барабанах, а не на ровном месте. Так и должно быть. Так оно и есть, но это не так. Это самое главное, но это также то, что делает моя правая рука, а может быть и твоя левая рука, которая заполняет пробелы с помощью тройняшек. Вот так. Так что я буду играть очень медленно. Thank you.
Так как же получилось, что из 4-4 получилось 7-8? Мы репетировали у Джеффа дома Тони Хаймас, я и Джефф, и я захватил с собой один из моих маленьких наборов Людвиг. В нем был 22-мовый бас-барабан, два стеллажных тома и напольный том. На самом деле это всего лишь репетиция. На самом деле мы просто писали кое-какую музыку. И вот в середине дня мне стало скучно играть на этом маленьком инструменте, а у Джеффа в углу стоял премьерный набор. Так что у нас был перерыв, и я притащил премьерный набор Джеффа, в котором был маленький 12-дюймовый и 20-дюймовый басовый барабан. И, конечно же, у меня не было зажима для хай-хета, так что хай-хет был немного широковат. Но, по крайней мере, у меня было два бас-барабана. И когда мы начали играть, мы просто джамовали. А еще мы играли в стиле буги-вуги на двойном басовом барабане в быстром тасовании. Я начал переворачивать все с ног на голову. Я начал играть семерыми против четверых. А потом Джефф как бы ухватился за это и начал играть семеркой, так что я остался на седьмой позиции. Вот тут-то мне и пришла в голову эта идея. Это будет наша следующая композиция. Так вот, мы собрались вместе, и я сказал: «Верно, Тони, вот это и есть тот самый грув. И что же мы будем с этим делать?» А потом он придумал синтезаторное вступление, а потом мы просто двигались взад и вперед, и в конце концов у нас получилась наша мелодия. И это было жутко. Я надеюсь, что тебе понравилось смотреть это видео. И если у тебя будет возможность, посмотри еще несколько видеороликов, которые я снял для Дромео, и я надеюсь увидеть тебя очень скоро.